Вести Карачаево-Черкесия. В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории Карачаево-Черкесии до 2030 года. В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется стационарное отделение. Часы обратного отсчета времени до Дня Победы запустили в Черкесске. И в республике впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют 2023». А теперь подробности. Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках Года развития промышленности в Карачаево-Черкесии, стала одной из основных тем совещания в министерстве, которое прошло с участием главы республики Рашида Тимрезова и заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. Стороны обсудили перспективы создания на территории Карачаево-Черкесии промышленного парка. Руководитель региона выделил основные направления индустриального парка. Это производство текстильных изделий, в том числе шерстяных тканей и утеплителей нового поколения из полиэфирного волокна, а также стройматериалов. Еще одна важная тема встречи – расширение участия Карачаево-Черкесии в госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. Рассмотрели и вопрос включения ряда важных проектов в госпрограмму, в первую очередь по водоснабжению и теплоснабжению населенных пунктов региона. Кроме того, обсудили вопрос реализации инвестиционных проектов на территории республики. Отмечено, что в Карачаево-Черкесии растут объемы внебюджетных инвестиций, что становится возможным благодаря планомерной работе по повышению инвестиционной привлекательности региона, в том числе за счет ряда действенных мер поддержки для инвесторов. Стороны также подвели итоги пикового новогоднего сезона на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии. За праздники с 31 декабря по 8 января Дамба и Архыз посетила свыше 170 тысяч туристов, а общий турпоток в республику за минувший год уже приблизился к 2 миллионам. В Доме правительства республики состоялось заседание Совета по технической защите информации при главе Карачаево-Черкесии под председательством исполняющего обязанности первого заместителя руководителя администрации главы и правительства региона Марата Хубиева. В работе Совета приняли участие заместитель руководителя Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по Южному и Северокавказскому федеральным округам Юрий Минников, начальник территориального отдела по Карачаево-Черкесии Управления Роскомнадзора по СКФО Игорь Хамюк, представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления республики. Участники мероприятия обсудили вопросы в сфере защиты информационных ресурсов органов государственной власти и объектов критической информационной инфраструктуры, проблемы организации технической защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных органов исполнительной власти и муниципальных образований органов местного самоуправления республики. В Малом зале Дома правительства Карачаево-Черкесии обсудили вопрос создания программы транспортной доступности между населенными пунктами. Соответствующее поручение, как мы уже сообщали, правительству региона дал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в рамках прямой линии с жителями республики. Для удобства граждан региона информация по регулярным маршрутам уже размещена на официальных сайтах и на страницах в социальных сетях администрации районов. Принято решение расширить список сайтов на информационных поисковых площадках, на которых актуализируют расписание по регулярным маршрутам автобусов. Информацию комментирует заместитель министра промышленности Карачаево-Черкесии Аслан Гедуков. У нас срок до конца марта месяца. Поэтому и по регулярным муниципальным маршрутам, и по остановочным пунктам нам нужно в течение первого квартала отработать и доложить главе о проведенной работе. Данных сроков, по-моему, вполне достаточно и для проведения конкурсных процедур при необходимости. Либо, может, какие-то корректировки в существующие графики мы можем внести. По итогам прошлого года все организации здравоохранения Карачаево-Черкесии обеспечены медицинскими информационными системами. По данным регионального Минздрава, в прошлом году 10% медицинских организаций переведено на электронный документооборот. В МИС объединены система принятия врачебных решений, электронные медицинские карты пациентов, данные медицинских исследований в цифровой форме, мониторинга состояния пациентов с медицинских приборов, а также средства общения между сотрудниками, финансовой и административной информацией.
Всего в состав центральных районных больниц и поликлиник республики входит 19 участковых больниц, 27 врачебных амбулаторий, около 80 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 фельдшерских пунктов. В прошлом году республика приобрела 8 единиц оборудования для борьбы с онкологическими заболеваниями. На эти цели направлено более 120 миллионов рублей. Кроме того, получено более 50 единиц медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А в ауле Абазахабль Адыгейхабльского муниципального образования введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории Карачая-Черкесии до 2030 года. В частности, в рамках реализации национальных проектов и государственных программ запланировано с 2022 по 2030 годы ввести в эксплуатацию 2 680 000 квадратных метров жилой площади и достигнуть по показателю средней обеспеченности населения республики общей площадью жилых помещений значения 30 квадратных метров на человека. В период с 2011 по 2021 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, увеличилась почти с 19,5 до 22 квадратных метров. За этот период введено в эксплуатацию более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около полусотни дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Черкесска Магомед Джанибеков. С 20 июня по 20 июля мэрией города Черкесска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали благоустройству 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки, из них комиссией было отобрано 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. Более 2000 услуг оказано региональным центром «Мой бизнес» в прошлом году. Он предоставляет всестороннюю помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и физическим лицам, ведущим или желающим начать предпринимательскую деятельность. Так, за 2022 год центром «Мой бизнес» оказана финансовая поддержка путем предоставления льготных займов и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, консультационные услуги, а также содействие в продвижении продукции субъектов бизнеса, в размещении на электронных торговых площадках и так далее. В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется стационарное отделение, где за год реабилитационными услугами планируется охватить около 400 детей с сопровождающими с учетом продолжительности реабилитационного периода 14 дней. Всего реабилитации в год будет охвачено около 700 детей, в том числе проходящих реабилитацию в дневном стационаре. Кроме того, при центре начал работу домашний микрореабилитационный центр, в рамках которого организовано сопровождение и реабилитация на дому детей-инвалидов. Данный проект получил грантовую поддержку на федеральном уровне, за счет чего приобретено оборудование на 4,5 миллиона рублей. Это программно-аппаратные комплексы, ходунки, тренажеры, ортопедические велосипеды, средства альтернативной и дополнительной коммуникации, электронные устройства, развивающие оборудование, приспособления для лечебной физкультуры и многое другое. Данной услугой уже воспользовались 288 человек. Часы обратного отсчета времени до Дня Победы запустили в Черкесске. Торжественная церемония запуска состоялась на улице Первомайской. Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В результате ДТП на выезде из Черкесска погибла водитель автомашины «Лада Приора». На федеральной автодороге Черкесск-Домбай, это в районе профилактория «Солнечный», водитель «Лады Приора», 31-летняя жительница Усть-Жигуты, не справилась с управлением и допустила наезд на придорожный столб линии электропередач. Водитель автомашины скончалась на месте происшествия, а пассажирка 1974 года рождения с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в реанимационное отделение. По предварительной информации, причиной автоаварии стала потеря управления транспортным средством на высокой скорости.
В Москве прошло заседание правления Союза женщин России. На этом форуме под названием «Действуем вместе, подводим итоги, определяем перспективы» приняли участие председатели региональных отделений Союза женщин со всей России, в том числе и руководители Карачаево-Черкесского Союза женщин Марина Барлакова. Принимали участие все председатели региональных отделений Союза женщин России. Название заседания, которое проходило, звучало следующим образом: «Действуем вместе, подводим итоги, определяем перспективы». А на самом деле я первый раз принимала участие в заседании правления Союза женщин России и осталась под впечатлением. Принимали участие женщины 76 субъектов Российской Федерации. И каждая из них произвела на меня неизгладимое впечатление. Но в целом я поняла, что вот эта организация «Союз женщин России» своими действиями, тем, что вот собирает нас вместе в одном здании, таких разных женщин с разных субъектов Российской Федерации, объединяет нас, ставит перед нами цели, одинаковые для всех, на самом деле имеет большое значение. Но все мы хотели на самом деле одного – это благополучие в своих регионах, это процветание своих регионов. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошла встреча с членами региональной общественной организации «Офицеры России» имени Героя России генерал-майора Канамата Баташева. Прозвучали гимны Российской Федерации и Карачаево-Черкесии. Участники почтили память Канамата Баташева минутой молчания. Эмоциональные и конструктивные были выступления гостей, которые говорили о необходимости активизации деятельности офицеров России по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Участники отметили актуальность и необходимость этого сейчас, когда реалии современности, события, происходящие в стране и мире, доказывают, как важна роль патриотического воспитания в духовном развитии личности. В ходе мероприятия также был продемонстрирован документальный фильм о Канамате Баташеве, рассказывающий о жизни героя, профессиональной деятельности, воспоминания о нем коллег, однокурсников, родных и близких. В Карачаево-Черкесии впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют 2023», проводимый в целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации, формирования гражданской позиции и активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования среди молодых педагогических работников республики. В мероприятии принимали участие работники образовательных организаций всех видов и типов, стаж работы которых в разных номинациях не превышал 3 и 7 лет. Всего в оригинальном этапе конкурса принимали участие 27 победителей муниципального уровня. В результате победителем стала Альбина Гуминская, которая представит Карачаево-Черкесию на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» в Москве. В ауле Сарытюзу из Джигутинского района прошло первенство Карачаево-Черкесии по армспорту среди юношей. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из разных районов республики. Об этом сообщил тренер сборной Карачаево-Черкесии по армрестлингу Бородин Ныркенов. Очень хороший результат у нас, у наших спортсменов. Этот турнир, это первенство, отбор на Россию, будет проходить в марте в городе Адлере. Кто занял первые места отборочные, те спортсмены будут представлять нашу республику на России. Я думаю, у нас будут очень хорошие результаты. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Утром на дорогах республики местами гололедица, а в горах местами плюс 2-7 и выше 2500 метров сохраняется лавиноопасность. В республиканской столице без осадков, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 11. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево, Черкесия.